В июле месяце летний отдых у детей в самом разгаре. Кто-то поехал с родителями на море, кто-то проводит время с друзьями на улице. Некоторые же выбирают отдых в лагере. В селе Подоскляй в спортивно-оздоровительном лагере «Сокол» состоялось открытие третьей смены, которую посвятят волонтерскому движению. Продолжит Юрий Ценин. Незадолго до торжественной церемонии открытия дети не теряли времени даром. На свежем воздухе они проводили время с пользой, занимались на тренажерах. Выбор здесь большой, и каждый укрепляет определенную группу мышц. Другие предпочли катание с горки и качели, которых здесь тоже достаточно. Глава администрации Рассказовского района обратился с приветственным словом к собравшимся. Я вполне уверен, что вам здесь понравится. Задействованы будут все здесь районные структуры, и детский дом творчества, и спортивные школы, и районный дом культуры. Дорогие дети, я желаю вам здесь хорошего отдыха, чтобы вы вернулись в школу здоровыми. Здесь с вами будут заниматься спортом. Для ребят из третьей смены была подготовлена концертная программа. Сказка, вокальные и танцевальные номера. Открытие смены стало по-настоящему праздничным. Из Тамбова на открытие третьей смены приехали руководители волонтерского движения и сами волонтеры. Всего в смене отдохнет 50 детей, и научиться им здесь предстоит многому. Учиться, как быть волонтером, кто такой волонтер, чем он занимается, что он делает, когда становится волонтером. Вот эти направления мы будем здесь изучать, будем посещать различные выставки, музеи, к нам будут приезжать, нас будут учить. Две смены в спортивно-оздоровительном лагере «Сокол» уже прошли, началась третья. Отдыхающих ребят ждет много интересного и познавательного. По словам руководства района, скучать детям здесь точно не придется. Юрий Ценин, Максим Соколинский, новости ТВ Рассказово.